Евросоюз намерен создать на Украине военную миссию. Немецкая пресса «Русская весна» Европейский Союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, пишет немецкая газета «Вилд М. Сантак». Назвать миссию хотят ее Military Advisory and Training Mission Ukraine, EOTM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине. Цитируя внутренний документ Европейского внешнеполитического ведомства, попавший в распоряжение воскресного выпуска «Дайвелт», газета пишет, что такая миссия стала бы выражением солидарности с Украиной на фоне ситуации с Крымом и якобы имеющей место военной активности России в Донбассе. В документе упомянуты и другие способы, которыми Евросоюз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии, Например, расширить существующую с 2014 года консультативную миссию ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, пишет газета. Издание подчеркивает, что создать учебную миссию в конце июля попросили главы МИД и Минобороны Украины, которые написали конфиденциальное письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Борелю.